Друзья, я вам показал, как я собираю черное золото в дневное время и в вечернее время, когда у меня есть свободное время. Я захожу, спрашиваю, могу ли я взять те или иные вещи. Большинство части говорят, что да, я могу забирать, и это меня радует. Меня только интересует алюминий, медь, черный металл мне так уже помаленечку собирается, и это уже как бы тоже неплохо. В общем, вы все видели, что я вам показал, это отрывки, все я показывать не буду, это будет очень много холодильников и всего прочего. Так что, друзья, подписываемся на канал, это важно для развития. Всех благодарю, кто смотрит мои видео. Продолжение следует.